В Музее истории Казанского федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов докторам и кандидатам наук. Традиционно дипломы вручил Дмитрий Таюрский, первый проректор, проректор по научной деятельности, поздравив от лица Казанского федерального университета дипломированных ученых. Вручить дипломы докторов и кандидатов наук тем соискателям, которые прошли нелегкий путь, сначала по представлению своей работы в диссертационный совет при Казанском университете, затем защита, ну а затем тоже непростая процедура, может быть, она не всех касалась так напрямую, но аттестационные комиссии, которые есть в университете, созданы, они работают. 25 номинантам были вручены дипломы, которые представляли не только Казанский федеральный университет, но и другие образовательные организации Татарстана и регионов России. Путь к научным вершинам у каждого свой. Так, например, Станислав Голубев, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета, получил степень доктора юридических наук. Он уверен, что научный труд может иметь не только теоретическое, но и практическое значение. Вообще любая диссертация имеет не только практическую, но и теоретическую. Это заключено в положениях, выносимых на защиту. А практическая польза будет в том случае, если предложения будут реализованы в законодательстве, естественно, учтены в поправках, изменениях. Казанский федеральный университет входит в список вузов, которым предоставляется право своими силами создавать диссертационные советы по защите докторских и кандидатских работ, а также присуждать ученые степени. Вероника Гимранова, Фарид Захитоглы, Универньюз.